Я в Хамамете набрел на какой-то заброшенный амфитеатр, современный, конечно, где очень много граффити. Находится он на берегу моря только что. Я прошел мимо крепости, мимо пляжей, побывал в старом городе, вернее, в таких кварталах очень узеньких, старых. Здесь мы видим кладбище мусульманское. Вот здесь море. Вообще интересное место, здесь хоть все подряд снимай. Просто у меня фотоаппарат не работает так, как я хотел бы. Поэтому, к сожалению, фотографий не будет. Очень долго нужно ждать, пока каждая фотография сделается. А то, что я уже видел, да, было очень живописным. Ну вот, хотя бы фрагментарно покажу и вам. Вернемся, пожалуй, в этот старый город. Хотя видео рискует затянуться, а это всегда неинтересно. Вот кто-то на лодке плывет и поет. Тут спокойнее, между прочим, и другая отмель, и пляж. Вот там, где он называется исконно пляжем, а Ресто, по-моему, он называется. Там спокойно-спокойно сейчас. И ни одного человека, и никаких совершенно волн. А у нас в Набёле сегодня утром был штормик такой. Здесь тоже прошел дождь, но сейчас уже начинает припекать. По-моему, сейчас около 8. Я же шел с вокзала некоторое время сюда, в центр. Ну вот он, этот старый городок, и кошка тут ходит. Они узенькие, эти улочки. Там очень неудобные такие вот эти проходы между домами. Ну, невероятно неудобные. Такие лужицы. Очень неудобно по ним ступать в сандалиях. Ну, совершенно. Как они всю жизнь ходят по ним, просто не представляю. Можно же было придумать по-другому. Ну, вот, например, улочка, в которую я не заходил. Типичные кварталы старого Магриба. Птичка, которая кричит сейчас, очень похожа на скворца. Она кричит двумя-тремя способами. Вот, а может быть, это и есть скворец. Скворец по-французски «этурно». Хотя, может быть, здесь его называют каким-то привычным арабским словом, которое совсем не похоже на французское. Еще несколько шагов, и вот еще можно направо пойти, там вглубь, но все примерно похоже. Тут надо осторожно. Да-да, между прочим, это не просто какие-то экзотические древние, это населенные домики. Вот здесь вот хозяева недавно вышли, здесь только что, я не хотел их снимать. Там женщина вышла, разговаривала с кем-то из своей родни. Вот здесь тоже местный житель проехал на мотоцикле. Это же все не просто так. Просто в такой ранний час, и уже, так сказать, 20 октября, после дождя, около 8 утра, здесь не будет никаких посторонних людей, никаких иностранцев, никаких туристов. И даже местные выходят только в случае крайней необходимости, если им нужно с утра собраться на работу и выйти. Только и все. Вот здесь есть поблизости так называемый музей-мечеть. Где-то там чуть выше. Есть лавка сувениров. Все закрыто. Сейчас все закрыто, и слава богу. Вот еще вот такие закуточки есть. И дальше вот такие. Я люблю такое. Это же напоминает Андалусию в какой-то степени. Это напоминает в какой-то степени Португалию. Это напоминает Алжир. Да, направо, налево. Да, вот, Низемоск написано. Ага, заглянем сюда, а потом еще и налево. Люблю ходить в таких местах и думать о том, какие люди здесь жили и какие живут. Потому что в каждом из этих домиков, типичных, в общем-то, прошло не одно поколение уже. Они построены далеко не вчера. Это и есть та самая старина. Конечно, это не Ватикан, но вы же сами понимаете. Вот уж заработали какие-то лавки с красивыми платками. Пойдем чуть дальше. Там дальше опять развилка. Вот. Всякие частные такие вот растения, вазончики, которые выставлены с ивами. Это не муниципальная. Вот. Вот замечательная улица.
Вот нас поджидают кошки. Кисюнечки. Кисюнечки, вы мои любимые. Кисюнечки. Как вам в Тунисе живется? Умнички. Не бойтесь, не бойтесь. Вот. Всякие такие двери. И дальше, 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 без конца. Пункции в катках напольных. А вот что, заброшено? Конечно, это заброшено. Вот так вот. Видите, вот выбрасываемый мусор, какие-то почтовые ящики. Да, то есть это абсолютно обжитой район. Он не мертвый. Думаю, что, может быть, некоторые какие-нибудь старые, маленькие пустуют, которые не нужны. Ну, хотя так, чисто теоретически, ведь всегда что-то пустует в любом городе. Так, хочу немножко туда, потом немножко туда. Это все очень интересно. Ну, вот такая роскошная дверь, пожалуйста. Там есть, кстати говоря, конечно же, и терраса наверху, как и на юге Испании это принято делать. Я был на таких террасах. Если, допустим, Андалусия обязательно будет патио, то здесь это террасы. Ну, еще немножко, я думаю, что мы скоро прервемся, потому что я совсем вас утомил. Напоминаю, это город Хамамет, Тунис. Октябрьское утро всего года. Мы здесь выбираем. Ох, ну и вот опять же такая улочка. Здесь можно заблудиться, но я помню, куда я иду. Их на самом деле много. Все, сейчас еще поверну налево и попрощаемся пока. Вот такие они, опять кошка. Вот такие они, кварталы старого Хамамета в Тунисе. Приезжайте сюда. Это же, кроме того, прибрежный город, абсолютно курортный, с гостиницами. Вот, вокзал тут так на окраине, поэтому я некоторое время шел, сфотографировался по приезде. Сразу же, а теперь здесь кое-что снимал для вас. Может быть, еще что-то сниму, вернее всего, что нет. Возле дома номер 7 мы закончим. Всего доброго.